Всем привет! Вы на канале Лина Лори, меня зовут Лена, и сегодня я вас знакомлю с Оливкой. Вот это замечательная девочка. Она со мной в фотостудии. Рядом идет фотосессия. Вы можете видеть вспышки сбоку, а также там еще говорят деткам, как правильно надо позировать, и поэтому она иногда туда отвлекается. Это бывает достаточно громко. Я убрала музыку, которая идет фоном, так как фотостудии играют просто радио, и за это могут видео заблокировать. Что же я хочу вам показать? Эта девочка первый раз оказалась в незнакомом месте, то есть в фотостудии. И ведет она себя просто потрясающе. Мы с ней не виделись где-то недели полторы или даже две, и при этом она меня узнала. Она очень рада была меня видеть. Посмотрите, как она себя ведет. Она всегда рядом, она всегда садится рядом с человеком. Поэтому, если вы хотите маленькую девочку, которая была бы вам лучшим другом, это просто идеальный вариант. Оливка, оказавшись в незнакомой ситуации, сразу же сходила на пеленочку, то есть во всей большой фотостудии она нашла место для туалета, чем меня очень-очень порадовало. Я как не отхожу, куда я не ухожу, она приходит и садится рядом со мной. И эта девочка не суперактивная, то есть она спокойнее своих сестренок, которые уже разъехались по домам, и очень-очень классно себя ведет. Эта девочка пока еще не приучена к поводку и к ошейнику. Она была в ошейнике, но постоянно чесалась, он ей не нравится. Она такая крошечка, что гулять с ней еще, скажу так, рановато. Она всегда ложится рядом с человеком. Посмотрите, куда я не перейду, она видит, ой, я отошла. Пожалуй, я рядом с человеком лягу. Вот так она выглядит. Конечно, она еще маленькая. Ей 4 месяца. Это чихуа длинношерстная, она будет более пушистенькая. Но сейчас это такой нескладный ребенок. Она будет стандартного размера, до 2,5 килограмм. Ну, может быть, и до 3, если ее будут очень хорошо кормить. А так она не крупная. Мамочка у нее совсем вообще миниатюрная. Вот, триколорного она окраса, у нее красивая масочка, желтенькие, рыженькие бровки. И вот такая вот кукольная, миленькая девочка. Что еще вам про нее рассказать? Ведет себя она очень-очень смело. Ничего не боится. Посмотрите, вот сейчас будет момент, который мне больше всего понравился. Я ее позвала к себе. И вот так вот она была рада меня ко мне прийти. Конечно, видео снималось больше 4 минут, и ребенок уже подустал. Уставший ребенок ложится спать. Посмотрите, как она легла спать. Ей главное быть с человеком. Это не та собачка, которую можно не видеть дня 2-3, и она будет себя хорошо чувствовать. Это прям ребенок, который должен быть с человеком, со своим любимым человеком. Девочка знакома с детьми, так как у меня дети есть. Она очень классно с ними играет, абсолютно не агрессивная. И сейчас ведет себя с ними очень-очень нежно и аккуратно. Вот она, кайфушечка. Очень любит почесушки, погладить, полежать. Даже просто, если вы будете сидеть за рабочим письменным столом, она ляжет к вам на ноги и будет абсолютно счастлива. Продается девочка не для выставок, не для разведения, на самую мягкую подушку, только к самым любящим хозяевам.